Иванович, расскажите, что сегодня происходит на объекте, какие ведутся работы, какая работает техника, чем занимаются строители? Сейчас мы укладываем бетон фундамента анкерной опоры. Для этого надо было вырыть котлован, расставить арматуру, сделать подготовку грунта, залить там толще бетон, установить опалубку, разложить всю арматуру. И сейчас уже заливаем бетон. Бетон марки B30, это прочность 300 кг на квадратный сантиметр. Сейчас идет укладка бетона в балку, она передняя балка, нагрузка 500 тонн от струны и от путевой структуры вот пойдет в ту сторону. Именно эта балка будет работать на сдвиг по грунту, и она более мощная, и она более нагруженная. Ее ширина 1,20 м. И здесь больше всего бетона в этой балке. Так, еще один миксер пришел. Здесь процесс укладки бетона должен быть непрерывным, чтобы не было расслоения бетона. И мы 90 кубометров бетона должны уложить сегодня за день. При этом бетон должен быть надлежащего качества. И сейчас мы посмотрим пробы бетона, потому что когда прибывает миксер, берут пробу бетона, проверяют на качество. В том числе жесткость, там, вязкость.